Прохладная воздушная масса и область повышенного атмосферного давления определят погоду на последний будний день недели. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами опустится слабый туман. Подует западный, юго-западный умеренный ветер. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится. В темное время суток столбик термометра опустится до минимальной отметки в 6 с плюсом, светлый воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Несмотря на то, что июль считается самым жарким месяцем в году, в народе его называют грозовик. Погода в середине лета непредсказуема, зной и жара могут вмиг смениться проливным дождем. Из-за сильного наводнения в Нигере погибли 9 человек, разрушены более 2000 домов. От бедствия пострадали порядка 20 тысяч жителей. Всему виной проливные дожди. По той же причине сотни людей эвакуированы и в Малайзии. Ливни ослабили береговые укрепления, вода из переполненной реки затопила жилые районы. Под удар попали 34 населенных пункта. Местные жители назвали наводнение самым сильным за последние 5 лет. Завтра небо над Бобруйском затянут облака, возможен дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем достигнет 21 градуса со знаком плюс. Ночью столбик термометра покажет 11 выше нуля. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.